Я поставил Венеркиным котятам бывший ящик, тот, что сидели, что Мурочка в нем сидела. Потому что уже начали с того ящика вылазить. Этот ящик уже не годится. Он уже вылазит с него. Пока ставим сюда. Это Мурочкин бывший ящик. Вот, посмотрим, кто тут будет. Потом пускай пока будет так. Вот, что-то нет, запущу сюда тоже. Летняя кухня, они меня живут. Так, Венечек, Венечка, иди, заходи. А ну-ка, пойдет в новый ящик. Иди, котятам своим, иди. Иди, котятам. Ты знаешь, куда идти, правильно, умничка. Давай. Ну. Ага. Ящик другой, да, Венерочка, ящик не тот уже. Все, умничка. Все. Потом дам тебе кустик камушков сухих. Корма там. Оля-ля-ля, корм услышала. Сразу и Борик прибежал. Они как любят двух таких камушков сухого корма. Они прямо фанатеют. Ладно, давай пока. Пока не будем, пускай Мурочка покормит своих тоже. И Венерочка. Там сейчас Мэри где-то лазит. Мэри уже почти не кормит. Он Мэри сидит. Ну, она уже там же. Уже котята мучают ее просто. Сосут сиська. Которых наверняка, что у них же и молока нет, наверное. Или есть, но очень мало. Но...